Многие мужчины жалуются, что девушки выносят им мозг. Девушки, они обладают удивительным талантом. Вот. Они все время шифруются. Можно понять мужчину, потому что когда ему что-то говорят, что он не понимает, в чем он не видит смысла, ему все будет выносом мозга. Женщина, когда с мужчиной находится, она его пытается как-то обрамить этот алмаз. Потому что женщине нужно восхищаться мужчиной, понимаете? Если вы видели бы необточенный алмаз, ну, такой кусок лежит, стекла, такой, без формы, бриллиант, красиво. О, ну, так, правильно. Вот. И надо восхищаться. И что она делает? Она думает, что если она его отпилит, так сказать, она пилит его, бриллиант, вот, что он засияет, и она восхитится.